день у нас обзор на светильник фабрики Lidron. Светильник с артикулом S712ALU. Это светильник для подсветки ступеней. Так, вот у нас так выглядит фасад светильника. Размеры 60 на 60. Внутри мы видим, стоит светодиод теплый. Металлическая трубка монтажная. Она необходима вам тогда, когда вы монтируете светильник в бетон, либо в кирпич. В общем, не в гипсяк. А для гипсяка этот светильник в целом не предназначен. Мы не видим никаких монтажных лапок. Так, вот видим, здесь прорезинено. То есть присутствует влагозащита, но почему-то она отсутствует вот здесь, во вводе питания. А нет, раскрутить у нас не получится. Тут вот стоит фиксатор. Чтобы раскрутить светильник, нам надо будет снимать фиксатор, но в целом нам раскручивать-то его не надо, нам надо только понять, как его устанавливать. И мы видим, что трубка монтажная, она достаточно длинная. Длина 85 мм. Мне кажется, ее можно было бы укоротить, если бы она была пластиковая, ее бы где-то было сделать легко, но она металлическая. Поэтому, может быть, проще будет взять... Так, диаметр, кстати. Диаметр 45. Проще будет взять аналогичную трубку из пластика, какую-нибудь водопроводную, если вам нужно будет сделать поменьше длину этой монтажной трубки. Так, смотрим, у нас там вообще место-то остается. А места не остается. То есть, в общем-то, ее и укорачивать-то незачем. Вернее, как бы есть зачем, чтобы глубина стройки была не такой большой, но тогда у вас блок питания не войдет. И помните еще о том, что здесь же еще надо, кроме блока питания, соединение вот этого светильника с блоком питания еще и уложить соединение провода с вашим проводом, который приходит к светильнику. В общем, вот такая история. Приобретать светильники вы можете у нас на сайте. Пожалуйста, заказы оформляются быстро. Мы комплектуем все дома под ключ светом, не только этими светильниками, но, пожалуйста, люстры, бра, все можно заказать через нас. Эти светильники, как правило, в наличии в России. Спасибо вам за внимание. Если был полезен обзор, ставим лайк и подписываемся.